Городской профсоюзный творческий конкурс проводится в Бресте впервые. Однако его организаторы надеются, что данная инициатива станет доброй традицией. И небезосновательно. Людей, которые помимо основной трудовой деятельности готовы и хотят реализовывать свой потенциал в вокале или танцах, в областном центре немало. Как немало и тех, кто способен оценить их творчество по достоинству, а значит, конкурсу жить. Конечно, этот конкурс дает возможность людям и раскрыть себя. Они завоевывают популярность, известность, в коллективах авторитет. Мы сегодня даем людям возможность раскрыться, для того, чтобы они принимали в дальнейшем участие и в других конкурсах, может быть, даже и областных, там, республиканских. Я надеюсь, что инициатива найдет продолжение, и мы стараемся, чтобы этот конкурс был ежегодный, но в ближайшем мы планируем, чтобы этот конкурс перерос в фестиваль, международный фестиваль СНГ, где будут принимать участие не только коллективы города Бреста, предприятия организации, но а также и России, и Украины. Специальный гость и член жюри конкурса певица Стелла уверена, у артистов, которые выходили на сцену, есть все шансы найти свою творческую нишу и своего зрителя. Важно только научиться дарить тепло и любовь. Человек должен быть уверен в том, что он хочет, что это именно то, что он желает. И самое основное, то, что артист, который выходит на сцену, он должен любить не себя, а зрителей. Несмотря на волнение, привычное для любого конкурса, артисты на сцене смогли раскрыться. Но как практически каждый творческий человек и к своему увлечению, и к успехам на данном поприще они относятся критично. Однако возможности себя показать и на других посмотреть рады. Их своим хорошим настроением стремились поделиться со зрителем. Я пою с самого детства и люблю это делать. Мне нравится, когда зритель может почувствовать те эмоции, которые я переживаю на сцене. Я выбрала произведение, балладу о фигурном катании под названием «Лед». Песня такая трогательная, рассказывает целую историю. Я надеюсь, что зрители услышат эту историю и попробуют пережить это вместе со мной. Хочется знать, кто лучше, кто хуже. И хочется и себя, конечно, показать. Конечно, конкурсы надо проводить, но... В принципе, чем чаще мы работаем на публику, люди, так сказать, творческие, тем лучше, я считаю. И люди нас знают, и мы несем все то, что мы можем, то, что мы умеем, мы дарим людям. Поэтому я считаю, что конкурсы нужны обязательно и нужны выступления. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.